Просрочил оплату штрафов, жди в гости полицию. Здравствуйте, в эфире «Вестник Северодвинска», с вами Владимир Богомолов. До 19 ноября правоохранители будут приходить к северодвинцам, которые вовремя не оплатили выписанные штрафы. Акцию «Штраф» раз в 3 месяца проводят сотрудники отделения по исполнению административного законодательства совместно с судебными приставами. На должников за 3 дня акции уже составлено порядка 30 протоколов. Только сегодня их 11. Этот северодвинец получил штраф еще в июне за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Теперь ему придется заплатить 1000 рублей, а возможно и отбыть несколько суток ареста. Другие нарушители получили штрафы за распитие спиртного в общественных местах или же за нарушение правил дорожного движения. К гражданину приходит сотрудник полиции, непосредственно объявляет о том, что тот не уложился в срок уплаты административного штрафа. Соответственно, другим сотрудникам готовится административный материал, составляется протокол об административном правонарушении, и он доставляется в мировой суд. Уже в суде назначают меру взыскания. Либо штраф, либо арест. Или до 20 часов исправительных работ. Кстати, такой прецедент в этом году уже был. В основном суммы, которые задолжали нарушители, не такие крупные. За сегодняшний день общая сумма задолженности составила всего 5000 рублей. Однако многие не платят штрафы просто потому, что вовсе не имеют средств и зачастую ведут асоциальный образ жизни.